Проезжая на служебном автомобиле мимо дренажного канала, оперативники заметили, что мужчина провалился под лед и не может самостоятельно выбраться. Очевидцы уже привязывали веревку к палке, чтобы с ее помощью вытащить пострадавшего. Первый раз я ему пытался добросить палку, но лед уже был настолько напитан водой, что я сам провалился под лед. За этой же палкой я вылез из полыньи, в которую провалился, и продолжил дальше спасение человека. Со второго раза я подбросил на необходимое расстояние человеку палку, после чего сказал, чтобы он хватался за эту палку. Он схватился, и на берегу уже мужчины, которые мне оказывали помощь, также начали тянуть. Совместно с ними мы вытянули этого мужчину. Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейских, проявивших свои лучшие человеческие и профессиональные качества в экстремальной ситуации.